О том, что сегодня футбольному «Зениту» исполняется 95 лет, вы узнаете, зайдя практически на любую передачу на Матч ТВ, будь то новости или аналитическая программа, не говоря уже о показе финала Кубка УЕФА от 2008 года. Дважды, матчи на Суперкубок в том же году и документального фильма о славной истории клубных побед. Хотя вообще-то дата основания «Зенита» не бесспорна, как только президентом в конце прошлого века стал Виталий Мутко, он дал задание конкретизировать день рождения клуба, а то существовали серьезные разночтения. И когда на стол Виталию Леонтьевичу легли несколько вариантов, он выбрал 25.05.1925, в тот день вышло распоряжение о создании в скором времени ряда футбольных команд на металлическом заводе имени Сталина, ни одна из которых, правда, не была впоследствии названа «Зенитом», но это уже мелочи. И вроде как на этот торжественный день были намечены более актуальные новости из клубного стана, нежели демонстрация фильма, вышедшего еще в 2016 году и прокрученного на матче уже десятки раз. За это время можно было и поделиться этой эксклюзивной продукцией с другими каналами, для большего охвата аудитории, а то, например, на «Культуре» в день юбилея «Зенита» вынуждены ставить фильм «Невозможный Бесков», хотя Константину Ивановичу 100 лет только в ноябре исполняется. Но вот символический юбилейный выстрел из пушки Петропавловской крепости производили Александр Медведев, Сергей Симак, Артем Дзюба и Бронислав Иванович. Из этой четверки с наступлением лета контракт с «Зенитом» будет продолжать действовать только у генерального директора Медведева. А у всех остальных трудовые отношения с клубом истекают через несколько дней. И если с Симаком и Дзюбой действительно, как утверждает администрация, договорились о продлении, то лучшего повода официально объявить об этом, чем сегодняшний праздник, сложно и придумать. Но пальнули из пушки, и вновь тишина. А 10 мая свой 80-й день рождения справлял, между прочим, Ростов. Только о событии этом на спортивном канале ни словом почему-то не обмолвились. А показывали в прайм-тайм знаете что? Как обычно «Зенит». Как он в прошлом году ЦСКА обыграл.